Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Ну что, мои хорошие, соскучились? Я очень. Но наступила весна, наступило тепло, и я даже сама не ожидала, что так много сразу свалится работы. Причем та работа, тот ремонт, который мы делали в доме, на мой взгляд, это только цветочки. Все остальное впереди, и оно вне дома. То есть в сарае, в огороде, во дворе и так далее. Ну, давайте немножко расскажу о новостях, о том, что я за это время сделала. Не было меня на Ютубе практически 8 Ой, вру, наверное, 5 дней, 5 или 6 дней. В общем, 9 числа приезжал Лёшик, и мы хотели делать фартук на кухне, но получилось так, что мы повесили и собрали все верхние шкафы. Одно цепляется за другое, рассчитываешь на одно, а получается совершенно другое. Конечно же, фартук невозможно сделать, пока не будет сделан верх кухни. И вот мы благополучно повесили кухню. Не получилось без эксцессов. В общем, все меняли как-то по ходу дела. А в чем причина? Мы немножечко неправильно собрали низ кухни. То есть нужно было сдвинуть вот кухню, низ кухни и пилить подоконник. То есть убирать вот здесь вот это расстояние, где-то сантиметров 5, вот этот подоконник спиливать. Но там внизу, я не знаю, получится мне вам показать или нет, там есть вот кран, вентиль. Этот вентиль нельзя закрывать, потому что это закачка воды в систему отопления, то есть в батареи. Когда мы будем проводить профилактику нашего котла, вы знаете, с какой проблемой мы столкнулись зимой, потому что, по всей вероятности, у нашего котла не было профилактики. Я думаю, что ни одной, может быть, я ошибаюсь. И он вышел из строя в самый неподходящий момент. На Новый год сделал нам такой подарок. Вы помните, как я обращалась и в Гургаз, который мне ничем не помог. И потом, по вашим же советам, мне пришлось найти частного лицензионного мастера по газовым котлам. Паша, если смотришь меня, громаднейшее благодарю. Скоро буду звонить тебе, чтобы сделать профилактику, то есть опять все почистить, слить воду в системе отопления. В общем, чтобы больше наш котел таких подарков нам на Новый год не преподносил. Так вот, вот этот кран нельзя было закрывать. Может быть, и хорошо, что так все у нас получилось. Короче, мы установили низ кухни, естественно, сделали у Лёшек выпилы под варочную панель, под нашу мойку. И все, мы пользовались уже кухней, которая всеми шкафами, которые стояли внизу. А потом, когда стали вешать верхние шкафы, получилось, что у нас как раз вот то смещение варочной панели вот в сторону окна на 4 сантиметра с выпилом подоконника и закрытием вот этого вентиля, который нельзя закрывать, и у нас пошло несоответствие вот этого шкафа. Вот этот шкаф был 80, то есть ширина 80, и если 80, тогда идет несоответствие, он заканчивается, вот видите, вот здесь даже линия, он заканчивается, вот, заканчивался бы вот здесь, и это смещение, то есть он бы заходил на вот эти 4-5 сантиметров над плитой. Во-первых, это и некрасиво бы выглядело, и это еще небезопасно, потому что
все сюда двигается, и, естественно, этот шкаф получается над открытым огнем, над газовой панелью, над газовой конфоркой. Вот, что мы сделали? Наверное, такой кухни нет ни у кого. Мы отпилили с Лешиком вот этот шкаф, уменьшили его на вот эти, ну, получилось уже не 5 сантиметров, а целых 10 сантиметров, чтобы он был 70 и подходил под наши двери. Но вы видите, что здесь одна дверь 30 сантиметров, а вторая дверь 40 сантиметров. Вот такое несоответствие. Вот такой интересный шкаф. То есть получились вот такие асимметричные двери, но зато получилась симметрия вот с тем шкафом, который висит вот за шкафом из-под вытяжки. Вот так вот это выглядит. Так что не бойтесь экспериментов. Все замечательно. Все работает, все открывается. Все закрывается, петли с доводчиками, это просто прелесть прелестная. Вот. И единственное, что нам нужно было цеплять вытяжку, и вы видите, что мы ее отцентровали, поскольку эти 5 сантиметров получились, как бы, ну, нельзя вытяжку было стык в стык стыковать со шкафами. Ну, и здесь, соответственно, чисто ради симметрии мы тоже отступили 5 сантиметров и повесили вот этот другой шкаф 40 сантиметров шириной. То есть как бы вытяжка у нас получилась вот, ну, как бы сама по себе. Помучились мы с этим шкафом. Я делала замеры, отпилили сначала неправильно, хорошо, что больше, чем нужно. Представляете, собрали весь шкаф, прикрепили заднюю часть из арголита, навешиваем, уже повесили, навешиваем двери, а у меня вот здесь вот щель между дверями. Пришлось опять снимать, пришлось опять мерить и отпиливать. Как я мерила, не знаю. Но со второй попытки мы одолели этот шкаф, и теперь он у нас 70 сантиметров, и выглядит это вот так. Вообще здесь, я говорю, должен был быть 80-й шкаф с стеклянными дверями. В общем, долго объяснять. Вот эта дверь вообще планировалась быть не здесь. Эта дверь была от шкафа пенала, который вообще не состоялся, потому что кухню я заказывала в Москве. Лешик мне привозил ее из Москвы на машине, а пенал в 2 метра высотой, естественно, не помещался в машину. И я заказала фронтальные панели к пеналу, а сам пенал планировала здесь где-то покупать. Но пенал выступал бы вот сюда за окно. И, естественно, вот эта бы часть окна закрывалась, и, соответственно, это меньше света на кухне. Ну и это минус в площади столешницы. В общем, но двери были уже куплены. Одну дверь Лешек забрал в свою кухню, а вторая дверь, казалось бы, была не удел. Но вы видите, все на месте в связи с этими передвижениями. В общем, долго объяснять. Вот эта вот дверь вообще должна была быть на этом шкафу вместе вот с этой дверью. Но поскольку мы установили кухню на 4 сантиметра короче, поэтому я позаимствовала у этого шкафа вот эту дверь 30-ку сюда. А вот вторая дверь пошла вот в этот шкаф. Та дверь, которая была не удел, пошла на 60-й шкаф. А здесь, кстати, все удобно, все открывается. Вот здесь у нас сушилка для посуды. Очень удобно, раковина близко, помыл вот и повесил в этот шкафчик. А вот. Ну и 40-я дверь, которая, по идее, должна была быть вот здесь, она пошла на котел, который дверь закрывает котел. Да, друзья,
Котел у меня открыт, кроме фронтальной панели, вот вы видите, он не закрыт. Это просто навешена дверь на котел, так скажем, для красоты. Вот так все это происходило. Но, на мой взгляд, получилась и симметрия с этими зеркальными шкафами. То есть у меня осталась в запасе не удел теперь одна вот такая дверь со стеклянной, со стеклом, короче. Ну, может быть, куда-то и пригодится. Я же, фантазия работает, поэтому все, может быть, и пойдет в дело. Но пока идеи нет, дверь свободная. А вот вы видите вверху экран, вот белая такая штука, типа карниза. Это я посадила на деревянный уголок. Это то, что висело на потолке в комнатах у нас. Вот одна такая штучка пригодилась, чтобы закрыть из вытяжки вот эту гофру. Но вы сейчас ее не увидите, там у меня контейнеры стоят. Ну, знаете, что такое гофра из-под вытяжки, которая вот так трубой идет вот туда в вытяжку. Это, конечно, некрасиво смотрелось, но сейчас все хорошо. Да, друзья, я очень довольна вытяжкой. Вот так вот. Так, а что это не работает у меня? А, вот, все. Потянул, и вытяжка заработала. Включилась галогеновая лампа. Здесь вот вторая скорость вообще очень хорошо вытягивает. Закрыл, все выключилось. Можно, кстати, выключить, так сделать, чтобы работала только лампа. Если вам не нужна вытяжка, можно вот здесь вот выключить, но лампа как подсветка будет у вас работать. Но тогда нужно все равно открыть вот эту вот часть. Это турецкая вытяжка вот такой вот фирмы. Читайте, я не смогу прочитать. Покупала я ее за 4700, сейчас она стоит 10 500. Вот. Что еще? Корзинки вот эти хофовские очень красиво смотрятся. Вот так вот, если провести глазками, там на полочке тоже стоит такая корзинка. И вот как-то оно все в одной плоскости. Очень такой хороший комплект. Получилась вот такая открытая полочка в связи с этими передвижениями фронтальных панелей, то есть дверей. Очень хорошо вписались вот сюда вот эти стаканчики из фикс-прайса с этими искусственными растениями. Вот я их сейчас сюда поставила. Кстати, вот таких, это вообще подсвечники. Сегодня была в фикс-прайсе, нету больше такой штуки. И вообще я заметила, что после моих видео как-то все куда-то пропадает из фикс-прайса. Сегодня я хотела купить еще несколько вот таких ароматических палочек. Нашла вот последний пузырек, и да простят меня продавцы, но кто-то поигрался с этим товаром. Значит, была отлита жидкость, явно мутная, и явно долили больше. А вот, может быть, воды долили, поэтому мутная. Весь, ну, как бы, весь коробочек был разорван. Но я все равно купила, потому что больше не было в наличии ничего подобного. Ну что же, как бы совесть — это дело добровольное. Кто-то вот так вот поигрался. Вот видите, мутная водичка здесь. Не водичка, ну разбавленный этот раствор. Я могу, конечно, для сравнения показать второй раствор, чтобы, ну, как бы вы не говорили, что я наговариваю. Вот, посмотрите, видно даже невооруженным глазом. Вот запах жасмин пион, и с ним все хорошо. И он более такой густая жидкость, да, и она прозрачная. И вот яблоко, в которое что-то доливалось.
Как бы я не обеднею, 150 рублей стоит этот набор. Но вообще, друзья, это некрасиво так поступать с покупателями. Это неуважение, это, ну, я не знаю, как это, щипачество, по-другому это не назовешь. Вы тоже как бы не разбогатели на эти 150 рублей, а осадочек остался. Теперь давайте я вам покажу вот этот органайзер, который мы покупали в Хофе в Москве. Лешек мне его привез. Это деревянный органайзер, который меняет размер. То есть он раздвигается, по-моему, до 70-го шкафа, ну, шириной. У меня здесь ширина 60, и его можно было бы еще раздвинуть, вот, ой, да даже больше, наверное, на 80 раздвигается. Вот видите, запас, то есть вот это может отъехать в сторону. Очень удобно, очень так добротно смотрится, но и стоит он немало. 4500 я покупала за 2500, использовав там накопленные баллы в ХОФ. Но вообще вещь хорошая. А вот сюда я прикрепила подсветку, которую обмотала мешковиной. Кто давно на канале, тот помнит. Очень хорошо вечером. Вот так вот она выглядит, когда не горит. Прям тютелька в тютельку, прям по высоте этого шкафа. И вторую подсветку вот здесь вот над мойкой. Очень удобно мыть посуду. Здесь хорошее освещение. Подсветку я покупала в светофоре. Сейчас она там тоже есть. Стоит 138 рублей. Вот три подсветочки уже ушли. Вот раз, два. И третья подсветочка, она вот здесь. Она в коробе. Короб от старого карниза. Я просто туда ее запихнула, чтобы не резала глаза. Вот, так что подсветочки в светофоре пока есть. Ну а теперь давайте пройдем в комнату, гостиную, рабочий кабинет. А здесь немножечко не совсем уютно. Вот этот уголок еще нормально смотрится. А дальше пошли теплицы, шкафы, которые еще не на своем месте. Ну и вуаля, кухня, старая кухня, отреставрированная, перешла сюда в рабочий кабинет. Смотрится это достаточно прилично. Вот наши коробочки, которые мы с вами делали из старой простыни. Вот вы видите их. Тоже неплохо смотрятся зеркала, которые мы с Лешиком прикрепили в эти двери. Ну и отреставрированные фронтальные панели старой кухни. Я здесь повесила еще полочку. Пригодились вот эти ящики старые, престарые. Покупала в IKEA в лохматом году, наверное, в 2005. Вот этот ящик пустой, я в него сделаю крышку, и там будет храниться моя пряжа. Не знаю, когда только я буду успевать вязать, наверное, следующей зимой. А вот, но тем не менее планирую, и ящик для пряжи уже здесь есть. Ну, во всяком случае, положу пока ту пряжу, пока она у меня в Москве находится, которую я покупала раньше. Вот эта полочка, это полка из парты. Позаимствовала я ее сюда. Там есть икеевские, вот вы видите, как это назвать, уголки кованые. А здесь тоже подсветочка. Вот она. Вот это уже четвертая подсветочка. И здесь еще висит тоже. Ой, сейчас. Вот такой фонарик, который и служит как фонарик, но еще вот эти вьющиеся искусственные цветы. Сейчас вот просто отлипло, надо побольше мне туда
двустороннего скотча, две штучки прицепить. Это все скрывает вот эти вот провода. Так что вот так вот сейчас это все смотрится. Ну а теперь посмотрите на мою рассаду. Это перчик, очень хорошенький уже стал. Вот, а это помидорчики. По сравнению с тем, какие они были, сейчас, по-моему, получше они смотрятся. Полила я один раз средством от лет, чтобы укрепить корень. Вот, ну, еще месяц до высадки, я думаю, что все с ними будет хорошо. Но перчик это вообще что-то. Вот тоже помидорчики. Сегодня я их еще подсыпала земелькой. Вот. Не совсем прям такие айс, но все равно уже лучше. А вот посмотрите на перчик. Это перчик прям с сырого перца, который я покупала в магазине «Магнит» для борща. И по вашим советам я это все посеяла. Пикировать я это не буду. Вот как вырастет, так и вырастет. Потому что уже некуда пикировать. Вот это вот помидорчики Танечкины. Вот это валовое сердце. Или, ну, розовые, короче, громадные. Тоже более-менее поправились. В общем, все наладилось. Ну, а теперь, друзья, я вышла в огород. И у нас идет дождик. Я одной рукой держу зонтик и покажу, что я здесь понатворила. Ну, во-первых, грабельками прошлась. Все это дело разровняла земельку. Вот у меня вылез Танечкин чесночок, который я сажала уже в декабре месяце. И вот собрала вот такой парничок. Но о нем я вам расскажу немножко позже. Здесь уже посажен лук всего. Под бутылками у меня капуста. И вот там стоят врытые баки с водой, которые я купила в светофоре. Вот, попилила сливы. Вот и вы видите, там вот нет слив. И сегодня я их попилила вот там. Но, друзья, очень много порослей, с которыми я буду бороться. И потом вам расскажу, каким способом. Расскажу немножко о парничке. Я в грязь уже не полезу, но поверьте, он так хорошо держится, дует ветер. Он такой хороший, стойкий. Расскажу, как его сделать очень дешево своими руками. Здесь посеяла петрушку, укроп. Вот там под яблоней посеяла кинзу. Танечка мне давала. Ну, в общем, вот кинза, петрушка, укроп, лук, капуста. И в парничке посадила огурцы. Может быть, рано, не знаю. В мае морозы нам обещают. Ну, посмотрим. Не вырастут, у меня семена остались и много семян огурцов, поэтому ничего страшного. А вдруг да вырастут и будут ранние. Так что вот такие дела. Все, друзья, уже замерзло, так похолодало, идет дождь. Надеюсь, вам было интересно. Не знаю, до каких встреч, скорых или не скорых, но постараюсь выйти на связь. Я вас всех обнимаю, всех люблю. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.